Уважаемые жители Ненецкого автономного округа, удивительно, но факт. В преддверии Нового года не только дети, но и взрослые ждут чудес, волшебства и добра. Вступая в новый период, мы живем переполненные радостных ожиданий и надежд. И это правильно. Однако, в отличие от детей, мы с вами знаем, что любое чудо – это плод огромного желания и кропотливого труда. Так и у нас в округе. В минувшем году мы не досчитались трети окружного бюджета. Но мы, северяне, не привыкли опускать руки, отчаиваться и винить во всем кого-то. Мы вместе, сжав кулаки и стиснув зубы, начали трудиться еще упорнее, бороться за наше будущее еще сильнее. Это помогло нам получить федеральные деньги – более миллиарда рублей. Помогло нам начать возрождение сельского хозяйства. Помогло нам запустить сразу несколько новых производственных объектов, включая домостроительный комбинат. Мы начали обновлять парк воздушных судов. И это в кризис. Вы только представьте, что мы с вами сможем, когда экономические трудности отступят. Этот год, несмотря на все сложности, был богат на победы. Мы были первыми на всероссийских соревнованиях по северному многоборью и лыжным гонкам. Побеждали во всероссийских конкурсах добровольцев, молодых семей и некоммерческих объединений. Слава о наших людях высокого возраста, освоивших не только олимпийские виды спорта, но и компьютерное многоборье, прошла по всей стране. Мы в лидерах по рождаемости. 740 малышей появилось в этом году. Горжусь земляками. Так держать. Дорогие друзья, внешние потрясения нас не коснутся, когда внутри будет тепло, доброта, убежденность в собственной ценности и пользе, которую вы приносите. Когда мы будем честны друг с другом, искренне желая процветания нашему округу и прилагая свои усилия для этого, каждый на своем участке. Для меня этот год был очень сложным. На экономические сложности наложилась реформа бюджетных учреждений, здравоохранения и образования, а также изменение системы оплаты труда. Год запомнится большим количеством вынужденных болезненных решений и усиливающейся ответственностью за них. Но мы выстояли. Выстоим и впредь. Дорогие друзья, я желаю вам в новом году исполнения желаний, сил и терпения. Берегите своих близких, счастья и добра, успехов и удачи. Я убежден, в 2017 году у нас все получится. С Новым годом и Рождеством Христовым!